Что, птицы, гулять пойдем? Я вам покажу этих маленьких какашек. Один уже улетел. Вот прям целая теперь эпопея. Показать вам малышню. А то малышня берет и улетает. Ты чё? Тебя показывают. Ты будешь моим суперстаром. Ты звездюн. Ты звездюн у меня. Ты звездюн Апсирун. Пойду за салфеткой. Ну, лети, ты тоже лети. Давай. Пойдешь к своим? Мне к дяде Лёлику пристаю. Давай. Ну, вот что ты полетел к дяде Лёлику приставать? А? Ну, что полетел дядю Лёлика? Лёлика? Что у вас тут, любовь, что ли? Трое на одного? А ты что, уже опять в клетку свалил? Ну, ты всегда станешь любителем своих апартаментов. Лёля? Лёля? Лёля любит малыша? Лёля? Дядя Лёля? Дядя Лёлик? Дядя Лёленька. Ты ему помогаешь перышки чистить? И тебе надо? И тебе к дяде Лёлику надо? Или куда тебе надо? Да ты моя птица, да ты моя сладкая. Они тебя утомили, нет, Лёль? Норм? Аккуратненько, ладно, Лёль? Аккуратненько. Аккуратненько. Да, моя сладкая птица. Доброе утро у тебя, да? Да, утро у тебя. Утро у тебя такое утро. И малышня к тебе прилетела. Прилетела малышня. Хочешь еще одного? Хочешь еще одного? Или у тебя один фаворит, любимец? А? Один любимец? Один любимец? Один любимец? Ты моя птица. Ты моя любовь. А ты что, ты к Лёлику пошел? Ты пошел к Лёлику от меня? Ой, какие... Ой, дядя Лёля. Ой, дядя Лёля, иди сюда. Все. Дядя Лёля. Я вот думаю, как их назвать. Лип-луп-лап. Лун-мун. Лун-лан-лин. Смотрите, как он на него смотрит. Как он на Лёлика смотрит влюблённо. Что такое? Дядя Лёленька у тебя. У тебя дядя Лёленька. А это так пищит, зовет всех. Говорит, нефиг там шаболдаться. Идите все ко мне. А то что это? Один со мной, один с Лёликом. Да? Ты мой маленький. Ты ко мне прилетел, ты не к Лёлику прилетел. Ты мой сладкий. Ты мой сладкий. Чьи мои сладкие? Чё, малышня? Кто моя малышня? Малышня моя. Что ты припрыгала, Лёль, ко мне? А? Что? Пойдёшь вон к брату своему акробату? Кушай, дракон, фрукти, кушай. А вас что? Оставить влюблённых? Ой, 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 куда дядя Лёлик? Куда дядя Лёлик пошёл? Дядя Лёлик. Дядя Лёленька моя,
Чем моя Лёленька? Чем моя дядя Лёленька? Чем моя сладенькая Лёленька? Пойдем погуляем. Пойдем? Пойдем. Пойдем, фото сделаем. Пойдем. Там-там-там. Та-там-там-там. Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Кто такой? Мой дядя Лёлик. Мой любимый дядя Лёлик сейчас полетит. К детям. К детям полетит? К детям. Очень громко играет музыка, которую Facebook блокирует из-за каких-то копирайтов, поэтому всей атмосферы передать не удастся, но есть как есть. Будильник у нас еще тот работает по утрам. Сегодня очень жарко. А тут тоже орёт музыка, поэтому половину я замьючу, потому что если я не буду сейчас говорить либо мьютить, мне придется полный кусок отсюда вырезать, так как этот YouTube мне говорит, что там орёт, говорит, копирайт, и сейчас лаосы придут, голову откусят. Вот так говорит YouTube. Национальный лаосский будильник ездит всех и будет. Ребят, вчера убирались, пока видео сохранялось, и муравьи разбежались. Ну, хорошо. Суть в том, что они корм для птиц. Я всегда оставляю эти тут антимуравьиные коврики, и то вон они залазят периодически. А во всем остальном прям очень много муравьев, поэтому она взяла и на стол положила. И вот муравьи прогрызли дырки, пожрали корм. Я поэтому все пересыпала, смешала, все эти маленькие пакетики. Я так часто делала, но для Лёлика тоже. Все в таких упаковках. Иначе и оцаревает, и муравьи жрут. Вот. Так что у детей теперь смешанный корм из, не знаю, десятка разных кормов. Да, моя птиченька? И вы мои птиченьки? Отвечают мне уже. Лёленька, Лёля, поговоришь? Нет? Скажешь что? Привет передашь? Что, нравится тебе? Все, по очереди давайте. А Лёлик купаться не пошел? А Лёлик купаться не пошел? У Лёлика там тоже бассейн. Большой бассейн, не? Лёлику жарко. Жарко, мои птицы. Лёля мой, ну иди искупайся, будет хорошо. Что, тебя в комнате оставить? Чудики, мне бы уже в ресторан идти, время почти 10.
А я тут не могу от вас оторваться. Иди сюда, малый. Я тебе вот смотри, какой бассейн сделан, а? Нет, большой не подойдет. Смотри, какая большая ванна тебе. Нет. Купайся. Неудобная ванна, что ли? И ты иди в ванну. И ты. Ты самый любитель, нет? Неудобно, да? Надо жердочки. Ну ладно, в следующий раз ванну модернизирую, сделаю с жердочками. Ну а пока идите домой сохнуть. Перед купанием надо поесть. Ладно, ждать Лёлика, правда, нету времени, пойду в душ сама. Ну хотя... Лёлик, пойдешь купаться, не пойдешь? Мне тоже жарко тут стоять. Я про градусы, сейчас посмотрю, сколько градусов. Девять утра, пишет 30 градусов. До 34 сегодня. Но мне кажется, что градусы очень непоказательны всегда, потому что очень зависит еще от влажности, от всего остального. Поэтому просто поверьте, жарко. Чё, ты пришел сказать мне пока-пока? Хорошего дня, я вот тут белье развешивала. Это, короче, я забыла уже, отвыкла, что такое отсутствие... сушильной машинки. Хорошо, хоть сейчас влажность маленькая. Два дня уже. Видите? В Анвен поехали, да? В деревню поехали. Дети хотят в деревню. Дети хотят в деревню? Хотят в деревню, дети. Да? Оливцы? Все, пойду. Пойду еще проведаю птичек и пойду. Водички налить? Давай налью. Моя Лёля. Моя Лёля. Ты же разговаривал только что. Ты моя сладенькая Лёленька. Ты мой сладкий маленький. Лёленька моя. А ты что не купаешься? Смотрел, что тут? Спустилась вниз, а вчера у нас были гости, они вот все шапки трогали, и сегодня на эти шапки, а вон Тинка уже посмывала, ну нет еще, наползли муравьи. Ну они, видимо, едой, руки в еде грязные были, и вот они, лай, изыди, сатана, говорит. Еще одна зажигалка. Сейчас, говорит, мы их всех. Вот тут шапки лежали тоже. Смотрите, что происходит. Ну, травить как-то их, вонять не хочется. Давайте, девки, блин. Пожар мне так тут не разведите. Давай, деньги все сазги. Они пришли деньги жрать. Блин, у нас тут прям целый этот. О, пойду посмотрю. Кондиционеры не справляются с жарой, Лай полезла в холодильник. Пока мы тут муравьев выгоняли, она решила посидеть на улице, а на улице вот очень жарко. Вот, пойду убираться в шоколадках, а то вчера тут что-то понапродавала. Вот у нас тут большой ассортимент. Все. Наверное. Я только что воду поменяла. Все равно, да? Я поменяла воду. Вот. Не, там уже там нормально все, по идее. Это просто плохо клинилось. Ну, короче. Да, можешь? У меня нету этих. Ладно, переделаю себе кофе с муравьями. Что-то протеин, конечно. Ну ладно, не хочу. Там нету больше стаканов. Лай решила сделать мне вкусный кофе в красивом стакане. Он не разобьется от горячего кофе? Тесто. Он говорит, вот и попробуем. Спасибо, мой кофе.
кофе. Кофе мне вот это. Да просто так можно. Сейчас я не сам. Алай все-таки решила не испытывать стакан. Говорит, сделаю сюда с молочком, тебе чуть-чуть смешаю, и потом туда пойдет. Вот, муравьи, можно сказать, помогли мне в получении красивого, вкусного кофе от на моей баристы Life, my personal barista. Да. Говорит, стакан красивый, но получилось только половина. Говорит, твой обычный размер, но, говорит, в стакане выглядит вот так. Коптай-ля-ля, горячий. Вот такой у меня горячий сегодня. Флет. Как это называется? Какой это кофе? Там два эспрессо и вот молочко взбитое. Лай решила тут заняться экспериментами. У нее есть желатин, агар-агар. И что у тебя еще есть? Еще какой-то? Два только, да? Да. Да, вот будет сейчас делать что-то... Коктейли, да, это будет? Из коктейлов, да, или что? Ну, короче, какой-то сладкие напитки какие-то будут. Будем посмотреть. Лайк говорит, два раза нажала по 400 и один раз по 200, а почему-то получилось 800. Какая-то странная математика, либо у этого китайского стакана, либо вот у этой русской кофемашины, либо у Лай. Лай, либо... кофемашина. А, не кофемашина, простите, это наливается с другого девайса, я с этим спутала. Эту штуку мы в Таиланде покупали. Кстати, удобно, не надо ждать. Кнопочку нажал, и у тебя она нагревается и сразу стекает. Enough. Говорит, хватит синего. Синевы. Расплескалась синего. Расплескалась. Давай еще. По стаканам разлилась. По столам. Ковшам. Даже в ковшик забралась, не прогонишь. Синева. Что делать? 1 грамм? Это на 800. 800 умножить на 0,25%. Сейчас. Она говорит, я больше вот этому верю, чем вот этому. Давай все-таки из расчета на литр делать, а не из расчета на того, что тут написано. А у нас нет еще одного чайника? А еще одной такой штуки с метками нет? Две только? А это тоже нет, он 400, а тут нет. Нам бы проверить, как ты что врет. Ты думаешь, вот эти штуки врут? Я думаю, что вот эта штука врет. А, 0,86 на 350. Агар-агара сколько? На 3 литра 25 граммов. Из меня еще тот математик, но у меня на 800 грамм... Сколько я сказала? 6,6, по-моему, получилось. Агара. То есть его надо размешать из расчета на 3 литра 25 грамм. Вот этот пакетик рассчитан на 3 литра. Да? Вот. Соответственно, на... 800 миллилитров будет меньше. Сейчас посчитаю еще раз. Перепроверю себя.
взяла и желатин разлила по стаканам. На мое количество вот здесь нашей воды получилось 6-6-6-6-6. Вот. И будем смешивать агар-агар, а потом посмотрим, что из этого получится. И желатина, и из агара. Вон там у Лайм в стаканчике она вытряхивает. Что из них желатином, что с агар-агаром? А вот это желатин, это агар-агар. А это Лай думает, какого цвета она сверху будет забодяживать, чтобы красивенько было. Они кот, Карин. Говорит, золотой, это там какой-то белый, фиолетовый. Это весом color, да, думаю. Говорит, думаю, вот эти будут красивее такой... всего смотреться. Голубой, здесь говорит, такой, да, бухин. Некрасивый, говорит, там и так голубой. Разные делают, что? Пробуй. Ну, иди, try, да? А говорит, что я помидоры не ем, но... эти канон всякие вкусняшки с помидорами, говорят, я ем. Ну там помидоров-то нету. You can see me on the plane. Не, не хочу. Спасибо. Only one option. Я не хочу, я не вкусно. Вообще так прикольно. Меня, во-первых, в комментариях называют как этим, как нейросетью. Не верят мне вообще, что тут есть ресторан. А еще не верят о том, что у нас тут шоколадки продаются разные. Поэтому вот я вам покажу. Я вам покажу. Вот видите, у нас разные шоколадки есть. Вот и поменьше, вон по 100 грамм. И Россиюшка, и вот Бабаевский. И чего только нету. И большие есть вот шоколадища огромные. О, гости к нам пришли. И вон там еще другие есть. Обойди! Привет! Привет, привет! У нас гости пришли. Вот. Как дела? Как дела? А вот еще маленькие у нас есть вот эти. Ну, короче, у нас все есть. Прошлый раз я была. Ага. А меня не было. Да. А я потом. Ну вот ты поехала, вам вен. Да? Сейчас я тоже поработаю еще 10 дней, а потом обратно в Анвен. Поеду, а Костик будет работать. Ты обрубай. Новый ресторан. Да? Откроем потом. Да? Потом. Пина. Пина. А вот меня уже спрашивают про новый ресторан. А. Да. Момент из Окей, да? Момент. Мне нравится. Красиво. 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 Вот видите, у нас даже по-русски говорят гости из Лаоса. Так что не только шоколад. Про шоколадки мы не врём. И я как бы это... Конечно, мне отчасти приятно, что меня тут называют этим как искусственным интеллектом. Но... Онлайн танцует. Но это не так. Покажу, как выглядит у нас селёдочка.